Основной наш таежный медонос – снеть. В этом году она очень большая, почти 1,20 м высотой. Приехали к вечеру, пчел сейчас мало на ней. Но мед с нее темный, душистый. Завтра будем его откачивать. Медонос капризный. Не каждый год с ним вообще хоть что-то можно получить. У нас ее по логам очень много. Сегодня 5 июля. Как раз пик ее цветения. Отсветших экземпляров совсем еще мало. Сныть, кстати, съедобные растения, листики. Вот такой у нее лист. Вот такой. Это все съедобное, можно кушать. Салаты добавлять. Ну, сейчас он жестковатый. По весне едят. Также здесь у нас по логам встречается дягель сибирский. Он уже почти отцвел. У нас он не такой большой, как кемерово, например, до 3 метров. Но вот этот экземплярчик 1,25 м. Начали откачку таежного меда. Запустили первый раз в этом сезоне медогонку. Мед темный. Сейчас прибавим немножко оборотов. Цвета довольно. Преимущественно собран с таежного медоноса сныти. Вот уже качали сегодня мед со вторых корпусов. То есть вот он вытекает такого цвета. Очень довольно ароматный. Не сказать, чтобы очень, но должен быть хороший мед. По крайней мере, довольно редкий. Если взять, например, мед дягеля сибирского, он уже его каждый, как говорится, пчеловод, наверное, его уже получал. Ну, в тех регионах, где его можно получить. У нас его в Красноярском крае практически не получить. У нас медонос в диком виде мало не встречается. Русянка вот есть. А из таежной основной медонос нашего, например, леса таежной зоны, это сныть. Она очень капризная. Вот, собственно, какой мед. Мед зеленоватым отливом. Красивый. Так, с красна чуть-чуть. То есть красна это ему дал цвет. Как раз какой-то зонтик, наверное, сныть. Вот такой мед.